Азербайджанская музыка не оставляет никого равнодушным. Любители и профессионалы продолжают утверждать, азербайджанские песни с первого звучания покорили их сердца. В их числе и проживающая в Вене немецкая исполнительница и композитор Карен Денджер Манавзаде, которая спела в оригинале «Лачин», одну из самых известных народных композиций Азербайджана. С самого первого раза песня «Лачин» коснулась моего сердца, и меня охватило сильное желание ее исполнить. Так я решила выразить свою любовь и поддержку Азербайджану, который победил в Карабахской войне. При этом артистка признается, петь на азербайджанском языке для нее довольно сложная задача, с которой она все же справилась. Карен Денджер Манавзаде была в Азербайджане несколько раз. Ранее она исполнила песню Сары Гиалин и ряд композиций из репертуара Муслима Магомаева и Рашида Бейбутова. Среди любимых композиторов она особо отмечает великого Гара Гараева. Азербайджанская музыка очень чувствительная, восхитительная и прекрасная. Никакая другая музыка так не касается моего сердца и души. Очень часто при ее исполнении я с трудом сдерживаю слезы. Даже на концертах, исполняя азербайджанскую музыку, я борюсь с собой, чтобы не заплакать. Особенно при звучании композиции Муслима Магомаева «Азербайджан».